Эту сказку знают все, ну уж точно все взрослые, а вот для многих малышей сказка «Аленький цветочек» весьма загадочная и даже довольно страшная история. Русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков написал ее со слов ключницы Пелагеи, одна из многочисленных вариаций сюжета «Красавица и чудовище». Сказка была впервые напечатана Аксаковым в 1858 году как приложение к автобиографии «Детские годы Багрова внука», чтобы, по замечанию самого автора, не прерывать рассказа о детстве. Именно для юных зрителей был поставлен этот спектакль. Главным режиссером театра Светланой Погодиной со своей труппой она воплотила в жизнь сказочную историю. Я хотела бы вот сегодняшнему зрителю выразить большое спасибо за то, что сегодня они все были здесь, желающие смотреть, видеть эту сказку. И, конечно, театральной труппе, конечно, Светлана Ивановна Погодина, которая, в общем-то, создала этот спектакль, подала его вот так интересно. Подача действительно очень поучительная. В постановке четко расставлены акценты. Добро и зло, отзывчивость и равнодушие, контраст героев и сочность образов, которые дополняются великолепными декорациями. Все это помогает как актерам, так и зрителям. Особенно, если эти зрители еще очень юны. Всегда маленькие зрители, дело в том, что они очень отзывчивые всегда. И это заряжает. Это очень заряжает. И чем дальше в спектакле, всегда по первой сцене определяешь, зарядит тебя зал или нет. Я чувствую радостные эмоции, мне очень нравится. Это в реальной жизни. Видно все, можно узнать, как все вживую видно. Говорила дочку, чтобы она пришла посмотрела. Она отказывалась, говорит, я смотрела, я не буду. Я говорю, давай посмотрим, с удовольствием смотрит, кстати. И очень нравится. Ну, я читать не люблю особо. И когда ты смотришь, получается, ты видишь картинку, а когда читаешь – нет. Мне больше всего нравится «Волк» или как. Да, «Чудовище». То есть ты не знаешь вообще, чем закончится? Я вообще… Мне очень интересно, я первый раз смотрю. Нравится спектакль? Да. А кто нравится, что нравится особенно? Мне нравится «Чудовище» и «Батюшка». А ты читал уже эту историю? Нет. Вообще не знаешь, чем закончится? Ну, не знаю, я мультик смотрела. А что интереснее, мультик или спектакль? Спектакль. Потому что ты там все видишь объемно. Что тебе особенно нравится в сказке? Нравится в сказке, как там аленький цветочек. У тебя тоже такой есть аленький? Ну да, цветочек. Вот он. Красивый? Да. Тоже попросишь папу привезти себе такой? Ну да. А если в сказке тоже, как в сказке, будет чудовище, что будешь делать? Да ничего. Ничего? Ну, нравится тебе, да, весело? Ну, да, весело. А знаешь уже, как история закончится? Да, знаю. Потому что я по ВБ смотрела. Как там она... И как там он превратился в принца. Лилия Тимиева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».